Всем привет, с вами Кирилл, а вы на канале Кирилл Гей. Мы сегодня снова есть на проекте Магазин Хулиплей. Это второй сервачок. Все ссылочки есть, как всегда, в описании под видео, поэтому заходите, смотрите и играйте вместе со мной. Ну а в этом ролике, дамы и господа, я вам покажу, как я занимаюсь ограблениями, то есть как это вообще работает. Покажу, сколько я заработал. Дам вам небольшой спойлер. Я за 15 минут заработал 1 миллион рублей. То есть в этом ролике я вам покажу такую нарезку, которую я снимал несколько дней. Я как бы ловил ограбления, ездил на них, там были разные ситуации, то есть видосик получился довольно-таки интересный, и если вам такая темка зайдет, то я буду записывать в дальнейшем такие ролики, просто покажите на этом ролике хорошую активность, и я пойму то, что вам такая тема нравится. Конечно же, не забывайте подписываться на канал, потому что моя цель — это 22 тысячи подписчиков до Нового года, а как вы понимаете, осталось много, поэтому, кто не подписан на канал, пожалуйста, подпишитесь, я вам буду очень сильно благодарен. Ну и, конечно же, не забывайте увидеть мой промокод, пишите slash mm, 7 пункт промокод, указать друга YouTube и вводите промокод Полканов. За этот промокод вы получите 450 тысяч, а это тем более самый просто легкий способ заработка. Просто регистрируйтесь, вводите промокод, качайте уровень с помощью квестов и забирайте капусту. Как вы понимаете, скоро Новый год, поэтому самое время просто зайти и поиграть на проекте Magazin Holyplay, потому что скоро выйдет новогодний ивент, где будет очень много разных плюшек, где добавят там новые машины, новые задания там и так далее. То есть обнова реально будет очень крутая, поэтому если ты вдруг сомневаешься, идти играть или нет, конечно же, заходи, братишка. Реально осталось немножко, уже скоро выйдет ивент, и не пожалей, просто зайди, как бы прокачай уровень, заходи на ивент, будет весело, интересно. Повторюсь, все ссылочки есть в описании. Всем желаю приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. На фургончике я поеду, буду бабки зарабатывать. Почему мне этот дом выпал? Это пизда. Какой хуёвый. Какие дороги? Да здесь дороги кривые, пизда. Я еду, я перевернулся. А, ты на горе? На горе? Да. Ой, бля, это два раза хуёвый, пиздец. Так, вот телефон нашел, ебать, сразу нахуй. О, сейф какой. А, это сейф, блядь, взломать надо. Я ебал. 7 минут, ебать, ты сидишь, долбоёб, нахуй. Я, кстати, в особняке взломал 7 минут. Тем более, тут по-любому нету нихуя. Альт. Телефон сейчас сколько стоит? 1020, наверное. Ебать, сигналки нету, ебать. Это к нам вообще никто не приедет. Пиздец. Два телефона и коробка с деньгами, блядь. Ебать его в рот, нахуй. Нет, вообще, вообще никого нет. Ой, не пиздишь. Спасибо. Ну, типа, я уже сколько? Минут 5, наверное, стою здесь. Пиздец, два телефона и коробка с деньгами. Я ебал, нахуй. Все, ну, ладно. Мы проверили рублевки все, ебать, никого нет. Значит, все батырево. В горели тоже никого нет. У меня фул сумка, типа, я боюсь выходить. Сейчас Ваню ёбнем, сумку у него заберем. Блять, менты. Где ты? Менты, помогите, блять. Ты в Гороговичах? Летим. Да, я знаю, где блядь. Он. Не, на горе вон, на горе. Хелпа нахуй. Иди, давай газу, по горке. Газу. Тим, где Ваня, они, вон. Блять. Пизда. Я сейчас сдохну, 4 хп. Выходим. Сука. Ебашим их. Ай, пизду. Конечно. Они просто зашли, блять. Кого ты, блять, Валера? Блять, забрал сумку. Кто? Забирай. А кто? Блядь. Ебать, мы их разъебали, нахуй. Чисто. Я ебал. Все это разъебали нахуй. Ебать, мы красиво залетели, согласись, нахуй. Я ебаю, я знаешь, я стою, я как чувствую. И тут ебать стою. Ракета нахуй взлетает, такая уху, ебать. Я две а сумки. А кто это грабами и дом нахуй? Работает ОМОНа. Сейчас, блядь, смеемся, сейчас, блядь, 50 ФБС приедет, на. Натуре. Я вынес две сумки и еще. Там 4 контракта было, вообще никого нет. Может, их мусора повязали? Так как по мне, тут, блин, большая часть мусоров при. Вот смотри, это же тачка ППС. Они же с юшки приехали. Ну, мусоров видели, сколько было? Просто они не ожидали, что. Они не ожидали, что, блядь, с неба Бугатти прилетит. О, скрытность еще дали. 200 тысяч каждому, блядь. Поиск номера подоба. Да. А, это в Батырево дом, нихуя себе. Нормально, ебать. Кубка предметов для ограбления, ебать.
начал нажимать? Да, я всегда в 59 нажимаю. Ну, конечно, слил, ебать, я всегда ловлю, ебать. Бать, говорит, мало, ебать. Мало, я ему в отцы, блядь, хожусь, наш, мало, говорит. Ты что, Валера, блядь, потерялся, ты что? Бля, мне так плохо на самом деле стреляться вообще. Да, да, да. Бать, мне фризит, какого-то хуя жестко. А что они так агрятся на нас, алё? У меня сегодня такое настроение оптимистичное, а тут, блин, какие-то... Они фанаты, понимаешь? А кто такими быть, осуждаемы таких? Они все уехали, кстати. Ау, они фанаты. Ебать, нам дом прикольненький попался. Ломай тогда. Только, блядь, лохались нахуй. Блядь, это хуёво. Блядь, как ты, нахуй ты без оружия вообще приехал? Ты долбоёб. Просто, если он вдруг скажет, я подлечу, у меня есть. Ну, бля, пиздец, блядь. Бедный Костя, а. Ну, блин. Бля, ещё гелик поставил прямо возле дома, ебать. Ну, ты гений просто, блядь. Костя просто приехал по приколу, блин, на него наорали. Агрессивный. Мафия приехала, ебать. Чё за агрессивный ютубер, а? Фебусы приехали. Фебусы. Удачи. Фебусы. Меня положили, ебать. А меня ты нет. Гонишь? Помогай, блядь, двое фебусов приехало. Да я еду. У меня игра крашила, охуенно просто. Ну, надеюсь, никого не будет. Да хули там, блядь, сейчас вытяну обратно два телефона, ебать, и коробку с деньгами, нахуй, и все. Ну, хотя, вроде бы, дом, в который я еду, там нету сигнализации, скорее всего. Я Коко Джамбо, Я Коко Джамбо, я. Ну, в реле мне всегда везет, ебать. Надеюсь, в этот раз, ебать, будет то же самое. Пошла жаришка, ебать. Ну, низкий класс, ебать. Очкова нахуй, дядя, бля. У меня, кстати, хата не такая нихуёвая. Блядь, что я очкую, пизда, нахуй. Всё, сейчас вентилятор забираю и пизду на рублёв. Нихуя себе, ебать, Валера, нахуй. Пиздец, вроде дом пустой, ебать, я уже заебался выносить, нахуй. А ты ещё какой поймал? Самый хуёвый в мире, нахуй, я поймал. Низкий класс, блядь, Валерия. Я вынес тут, я четыре сумки вынес, ебать. Я еду на рублёвку. А здесь ничего не грузит, вообще. Тут никого нету, никаких фебесов, что ты очкуешь? Короче, я поехал на склад. Лям заработал. Нормально. Тупо лямчик сюда, дядя, ебать. Да, ты что, дядя, бля. Прикинь, лям тупо с этого дома вынес, ебать. Ебать, тупо лямчику так. Иди сюда за 15 минут, нахуй. Что, за кусочку ограбываю? Да, ну да, запишу, мало ли что интересное будет. Ты обычно орёшь, что он в этих видосах такой. Всем привет, с вами Кирилл Бейбой. Так это пятая граба моя, которую я видос буду вставлять. Я тут с Харитоновым ворую по чуть-чуть, пацаны. Че, блядь, взять форму, че, блядь, че не брать. Не, не буду брать. Не бери, будешь знать. Но там по-любому будет сигнал. Я тебе отвечаю. Ебать, он долбоёб. И ты туда же. Кость такой. Ваня. А ты когда хоть орёшь, долбоёб? Ебать, у меня тут клавиши, ебать, вы что, ебанулись? А я вижу, понял, пиздуешь это по карте, блядь, быстро, думаю, блядь, по-любому сара приехать. Я подожду, бля, мне кажется, он может обратно приехать, какой-то Децл, ебать. Он сразу шокер начал меня ебашить, понял, я бежал. Они же не могут сразу в дом зайти, он дом, по идее, же закрыт. Если таран есть, да. Да я не думаю, что они таран будут покупать. Говорю, давайте с аграбы деньги дам на ремонт просто и все. Договорился чисто. Кирилля, у меня нет этого, у меня нет сигнализации. Тебе охренеть. Там мы договорились, не стреляй, долбоёб. Нахуя ты стреляешь? Я говорю, я договорился с девушкой, то что я деньги дам за ремонт. Война начнется, все к мусорам побежите. Максон, не стреляй, я с девушкой договорился. Да все нормально. Да он начал стрелять, я же говорю, я договорился. Да я не знаю, я накину нормально бабок. Кирюха, ей народ накинул. Да, и так и будет. 200 тысяч дам. Ты дом девки грабишь, и она рядом? Да. Самое хуёвое, что самое дорогое, у меня сейчас сумки лежит. Они возле дома все стоят, короче, поэтому они быстро не приедут. Не, ну я накину барышня. Мне кажется, они приехали из-за того, что они тут живут, может. Я такой выхожу, человек на меня такие, ебать, я такой его одного положил, говорю, пацаны, я договорился с девушкой, давайте нормально. Положил, типа, такой, рад, давай. Так он по мне начал стрелять, я ему говорю, да стой, типа. Тут понял, коробки в текстурах вообще. О, еще одну нашел с деньгами. А не понял вообще? Да, за диваном. Чего, блядь, я одну и ту же коробку два раза поднимаю. Знаю, я так, Кирилл, часы ты навел, чтобы не расслаблялся. Долбоёб, блядь. Ну, чтобы не расслаблялся. Кстати, у тебя 8 звезд. Да я знаю, но я чуть не обосрался, блядь. Слышишь, Саня?
Мне это чел пишет. Ебать, он неадекват. Он меня сдолбался ждать. Сейчас я продам и привезу деньги. Не, там не 150, там 200 починить. Ну, если лям сейчас получится, я 300 тысяч дам просто. Ну, у меня 800 тысяч почти вышло. Делишься сумочкой, Кира? 793 тысячи получилось. Ну что ж, дамы и господа, на этом я буду заканчивать данный ролик. Я надеюсь, то, что он вам реально понравился. Получилась такая интересная нарезочка. И повторюсь, если в дальнейшем вы хотите видеть подобные ролики, то покажите реально очень хорошую активность. Поставьте лайк, подпишитесь на канал, и я пойму то, что вам эта тема интересна, и буду дальше делать такие нарезочки. Потому что я пытаюсь как-то разбавить контент, и надеюсь, то, что такая темка вам понравилась. Я вам показал просто самый, наверное, лучший заработок, самый быстрый заработок, который есть на Мазинге. То есть вы реально можете сами пойти устроиться в организацию и зарабатывать в день по 2-3 миллиона. Это как бы рабочая тема. Это реально самый быстрый заработок, который есть на Мазинге, поэтому, пацаны, не теряйте время, действуйте, пробуйте. Как бы не у всех всегда получается, но рано или поздно получится. Всем спасибо за просмотр, всем пока-пока.